На события в Мариуполе отреагировали представители разных политических сил Германии. Вот какого мнения придерживается Карл Георг Вельман, представитель партии ХДС, входящий в правящую коалицию. Канцлер Германии говорил о том, что если будет найдено политическое решение кризиса на Украине, то диалог о едином торговом пространстве от Лиссабона до Владивостока станет возможным. Но никаких шагов со стороны Москвы в этом направлении не видно. Мы не хотим введения новых санкций, но это единственно возможная реакция на эскалацию ситуации на востоке Украины. Европе придется пойти на санкции, и участие Германии в принятии этого решения неизбежно. А в рядах также входящих в правящую коалицию социал-демократов говорят о нацеленных ударах по мирным жителям, что является нарушением не только минских договоренностей, но и важнейших политических принципов в Европе. Возможности введения новых санкций не исключают и представители оппозиции. Это очевидно, что эскалация конфликта приведет к новым санкциям. Обычно от санкций проигрывают все стороны. Но Европа не может лишь наблюдать за тем, как Кремль способствует дестабилизации ситуации на Украине. Ситуация в Мариуполе — это новый уровень эскалации конфликта. ЕС может оказаться в смешном положении, если на это никак не отреагирует. О каких конкретно новых санкциях против России пойдет речь, возможно, станет ясно уже в четверг на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.